Всем привет! Я сегодня снова на рыбалке. Я нахожусь на том же месте, что и в прошлый раз. Надеюсь, что сегодня будет тоже отличный клев квинфиш. Посмотрим, что из этого получится. Есть, ребята. А, держится на соплях вообще. Оп. Есть. Первый есть. Так. Ну вот, ребята, первый квин. Вот такой. Красивый. Вот такой. Есть. Рыбачим дальше. Сделан был еще выход. Погнали. Вон бой по той стороной далеко. Только надеюсь, что сюда подойдет. Было пока два выхода, одну квинфиш я взял, больше пока ничего не было. Тишина. Вот выход. Ой, это стая. Да, подлёвка. Давай, быстрее. Вот это выход. Есть. Не крупные. Такой выход огроменный. Он бьет, надо быстрее вытаскивать. Есть. Быстро кидать.
вот. Согнала, согнала. Вроде покрупней. Есть еще. Так, ну вот, это третья. Вот такая. Не очень большая. И вот вторая, которую я взял. Вот вторая. Такая. Ну, не видно котлов больше. Ушла. Она, может, здесь и стоит, но не кормится. Есть, есть, ого. Есть, да, это хорошее. Это хорошее. Или забагрилось. This one good. Стоит камнем мертво. А, no, the same one. Yeah, same. Maybe smaller. Да, smaller. Забагрилась. Я. Еще одна есть. Вот такая. Ну вот такая вот рыбалка у меня сегодня получилась. Вышла она довольно короткая. Бой рыбы был всего буквально минут 40, может быть 50. За это время мне удалось поймать 4 квинфиш. Они гораздо меньше, чем в прошлый раз. Но главное, что все-таки рыба клюет. Сейчас покажу свой улов. Вот 4 штуки. Все они примерно одинакового размера, ни больше, ни меньше. Но по общему весу килограмма 3-4 есть точно. В целом рыбалка отличная. Я всем очень доволен. Всем спасибо, скоро увидимся.